пригласили путем вручения повестки. Значит, пригласил руководитель следственной группы военной прокуратуры Кыргызской Республики. В связи с тем, что эта повестка была составлена очень неправильно, совсем не соблюдались требования закона Уголовно-процессуального кодекса. В этой связи, также в связи с тем, что я как адвокат не могу быть допрошен, я отказался являться по вызову. В дальнейшем я получил вторую повестку, которая уже соответствовала требованиям закона. Но, тем не менее, я тоже отказался и на этот раз уже письменно написал, отправил следователю свое письменное обращение, в котором изложил свое мнение касательно возможности моей явки на допрос. Я почему отказываюсь? Потому что закон не позволяет мне как адвокату являться на допрос по тому делу, где я уже защищаю интерес трех граждан. Это экс-президент Алмазбек Атамбаев, Кундуз Жолдубаева и Канат Сагынбаев. Последние двое, то есть Канат Сагынбаев и Кундуз Жолдубаева, они были в рамках этого дела Курсана Асанова допрошены. И при этом я участвовал в этом деле, рядом с ними сидел как их адвокат, защитник. И мой ордер поручения приобщен к материалам данного уголовного дела. В связи с этим я никак не могу участвовать в качестве свидетеля по этому делу. Возможно, по моим предположениям, следователи нацелены на то, чтобы мне присвоить статус свидетеля по этому делу и в дальнейшем отстранить от участия в этом деле. И это будет очень грубым нарушением, и это вообще говорит о том, что следователи выходят за все возможные рамки позволительного.